12 октября кадровой службе МВД России исполняется 101 год. И важность этого подразделения для системы органов внутренних дел сегодня трудно переоценить. В отделе кадров Одинцовской полиции служат 19 человек. В их ежедневные обязанности входит не только комплектование профессионального коллектива, но и воспитательная и даже психологическая работа с будущими полицейскими. За этими словами стоит упорный, кропотливый труд каждого сотрудника. При проведении профессионального психологического исследования кандидаты на службу в обязательном порядке проходят психофизиологическое исследование. Сейчас я вам буду называть те вопросы, которые мы с вами разбирали. Вы внимательно слушайте и отвечайте. Отвечаете, да или нет. Служба в полиции начинается с кадров. Именно сюда приходит кандидат. Здесь происходит знакомство. Оценивается уровень профессиональной подготовки. И уже в дальнейшем осуществляется прием на работу. Сегодня подразделения по работе с личным составом успешно решают потенциал сохранения кадрового ядра. Также занимаются внедрением новых форм работы и созданию здорового морально-психологического климата в служебных коллективах. Сотрудники кадровой службы Одинцовской полиции преимущественно женщины, но в этом дружном коллективе есть и мужчины. В управлении они отвечают за безопасность при обращении с огнестрельным оружием. Практические навыки регулярно отрабатываются в тире. В день профессионального праздника в зале совещаний прошла торжественная церемония. Евгения Рощина поздравила своих коллег с высокими результатами в служебной деятельности. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».